Всем привет! Всем привет! Сегодня мы направились на праздник дню посвящения... День защиты детей. Сегодня... Посвященный дню защиты детей. Дети сделали по одному рисунку, некоторые даже три сделали, да? И сегодня будет конкурс там, да, разыгрывать какие-то подарки, да? Да-да-да. В общем, будет какое-то праздничное представление. Привет. С нами сегодня Лена. На сегодня улице жара. Ужасная жара. Всем привет. Ага. Тут баня просто. Майя, привет. Привет. Все, пойдемте. Ничего себе, вы приехали и просто помалкиваете. Здравствуйте, скажи. Это Вероникина, воспитательница детского сада. Когда приехали? А? Когда приехали? Я 31-го. А я посмотрела вашу фамилию, думаю, где? Прикольно. Да. Вообще, как необычно. Ну и как, надолго вы? На месяц. В гости, короче. Радуга талантов. Вот дети будут представлять свои какие-то рисунки, подделки и так далее. В конце будут какие-то подарки. Что вы тут делаете? Мы будем делать колобок. Колобок делать? Здесь вот девочки под сериалы. Вы сможете складывать из фигур наличники. А, все уже заготовлено. Так, тут, в общем, стол от продуктов трещит. Лена аж не удержалась, сосиски в тесте увидела, решила купить, да? Смотрите, всякие вот какие-то здесь, хлебцы. Смотри, какая вкуснятина. Это сердце. Мы видели уже, вот хлеб мне нравится. Закончилось, все. Все уже закончилось? Было как надо. А, ну вот смотри, вот хлеб. Что-то по-русски, да, же? Да. Сосиски в тесте, вот смотрите. Это благотворительная лотерея. То есть денежки кладем туда в ящичек, здесь берем билетики. И в зависимости от количества звезд будет подарок. Видимо, чем здесь больше звезд, тем лучше, да? Разложен, да. Короче, 10 юаней стоит вот такой билетик. Ну давай, стирай. Ты сотворил добро, да. И еще и вознаградился. Смотри, еще. Ох, еще. Ты молодец. Красава, да? Так, пойдем сейчас теперь за призами. Да, призы вытягиваем. Из-под низу достанем. Мы будем делать, где сложиться столы. Мы будем делать окно и колобок. Ты что, избушка, не слышишь, что ли? Я доктор Зло! Какая же сильная, какая молодец, еще давай еще маленько. Глаза смотри противнику, глаза смотри, прожигая его взглядом. Выбирай подарок. Спасибо. Бонифаций. Бонифаций меня зовут, а твое имя как? Что? Что? Вот, Вероника. Раз, и вот появилась два, у три. Вот. Вижу завтрак от завтракала. Давай, не отстаю. Вот еще. Продолжай. Локоточек не отрывай. О, победила. Ура. Молодец, Вероника. Выбирай для тебя подарок. Спасибо, скажи Бонифацию. Очень стесняется, что даже не согласилась выходить без папы. И будет петь один папа. А съешь мои яблочко, я подскажу. Червивое, небось, или отравленное? Не знаю, что тут спешно, вечно людям оставляя гладость и мало дня. Знаки каждый, у него доля, всегда свои воли, и может не пойдет моя. Тебе нравится здесь? Весело, да?
да? Покажи, что там у тебя. Татуировочка. Девочка, ты Веронику не видела? Девочка, ты Веронику не видела? Она проходила здесь где-нибудь, нет? Я не люблю эти рисунки на лице. Кто выступал, того награждают сейчас медалями. Медали. А тут кто рисовал? Будет призы? Я не знаю, но она сказала, будет вызывать. Начали всех вызывать, вон там приготовили медали, сейчас будут всем вручать медали. Ребята, которые сдали рисунки, тоже участвуют в конкурсе. Вон Вероничка сдала 3 рисунка, ей дали грамоту и медаль. Полина Щекина. Спасибо, праздником! Спасибо. Ну что, показывайте подарочки. Показывайте, что это такое? Что это такое? Вау, это наборы для лепки, а потом разрисовывать. Сначала лепить, потом... Так, а кто-нибудь мне покажет грамоту и медаль? Медаль и грамоту покажи. Покажите медаль и грамоту. Медаль и грамоту покажи. Вау, радуга талантов 2017, Щекина Вероника, диплом участника, молодец, вообще вся в подарках, прям даже держать нечем. Майя, ну давай рассказывай, что там. Ну давай рассказывай, за какие заслуги тебе дали, что ты сделала? Хороший рисунок нарисовала. Рисунок, что написано-то, читала? Нет, я читала. Давай, что написано? Радуга талантов. Радуга талантов, 2017, да? Это год, да? Молодцы. Мама Лена, а вам подарки дали? А, да? Будешь играть с детьми, да? Даже мне дали подарок. Ну все, пойдемте. Классный праздник был. А вас? Тебе, Полина, понравилось? Ну, мне кажется, вы там что-то сильно стеснялись почему-то. Вы, наверное, стеснялись, потому что много русскоговорящих были детей. А? Что вам больше всего понравилось? Ну, я чувствую, мы в Россию поедем, вы там вообще язык проглотите. Не надо быть таким стесняшками, некрасиво. Красиво. Некрасиво. Красиво. Некрасиво, я сказал. Не сказал некрасиво, нужно посмелее быть. Посмелее, да, Ника? Мама, он ходит там, болтает со всеми там, вичатами меняется. Да, мам? Да. Тебе понравилось? Мама не стесняшка. Мне понравилось, да. Но. Лучше, чем я ожидала даже. Да? Лучше, чем ожидала? Ну, да. Сейчас мы поедем домой и будем делать распаковку подарков наших. Побежали, побежали. Сделаем распаковочку подарков и все, на этом праздник закончился. Ну все, ребята, мы дома. Давайте откроем наши подарочки, которые нам подарили. 5 подарочков. Открываем. Вау, здесь вот это, Полина. Что это? Что это? Вау, здесь что-то вязаное. Кофточка для маленькой девочки. Это для кукол. Ну точно не для кукол. Слушай, ну она прям маленькая. Ладно, давай дальше. Я вот это нашла. Да, это здесь сердечки такие, смотри. Сердца. Вот это. Смотри, сейчас подожди, Полечка. Ну-ка развязывай. Во. Нет, это неправильно. Неправильно собрал. Нужно поискать и собрать. Ну да, да, да. Поискать надо. Так быстрее, да? Да, конечно, побыстрее. Давай. Не терпится, открывайся, давай. Так, это сумка какая-то, да, Ника? Сумочка. Сумочка. Красивая, цветастая. Дальше. А здесь шарф. Шарф. А здесь носки. Носки. Вязаные, отлично. Так, попробуй померить. Как будете делить? Я кому померяю. Шарф, кому носки? Носки мне. Две? Это что-то я сам. Тебе подошло? Да.
Правда? Носки какие-то, ботинки. Дайте еще раз. Ну все, давайте прощаться. Давайте, ребята, пока говорите. Скажи с праздником всех. Всем пока. Всем пока.